Более 200 любителей спорта собрались в минувшие выходные на одной площадке. Поводом стал юбилейный фестиваль ЗОЖ. В рамках мероприятия прошли мастер-классы по самым популярным направлениям фитнеса. Кулинарный мастер-класс, лекция «Игра в еду. Простые правила». Подарком для всех участников стали силовые практики и золотые правила красоты от лучшего тренера Архангельской области Ольги Кузьминской. Во-первых, ни в коем случае нельзя голодать. Для того, чтобы худеть, нужно реально есть. Это первое. И второе, после 6 тоже есть нужно. Для того, чтобы иметь красивое, стройное тело. Известный фитнес-тренер групповых и персональных программ Архангельской области, вице-чемпионка по бодифитнесу Ольга Кузьминская делится с нами советами правильного питания. На счету девушки несколько тысяч часов тренировок и несколько сотен сожженных килограммов. Моя цель – это задать жиросжигающий процесс во время тренировки. То есть для того, чтобы, грубо говоря, без оборудования, без каких-то штанг, гантелей, мы можем начать прорабатывать свое тело, укреплять мышечную массу и сжигать жиры. Наверное, самый мой такой шикарный результат – за полтора года мы с девушкой похудели со 130 килограмм до 67. Кроме приглашенного специалиста, на главном спортивном событии региона работали лучшие местные фитнес-тренеры. Они познакомили участников фестиваля с различными направлениями фитнеса, такие как круговая тренировка, тренировка на боссу, тайбо, афропоп. И как показала практика, после такого знакомства посетителей спортивных секций становится гораздо больше. Почему посещаю? Потому что, во-первых, это фестиваль ЗОЖ. Естественно, мы все за здоровый образ жизни. Здесь встречаются очень много знакомых лиц. Это общение, знакомство с новыми людьми. Это сплочает. Такое массовое спортивное сплочение происходит уже 5-й год подряд благодаря главному организатору праздника – региональному центру молодежной политики и военно-патриотического воспитания. В юбилейный год сотрудники центра особенно постарались, подготовили для участников разнообразную программу. Будет танцевальный класс, у нас будет общая разминка, потом у нас будет класс представлен по хатха-йога. И кулинарный мастер-класс, и также вот лекция по рациональному питанию. То есть мы будем учить сегодня людей, не нужно загоняться никакими диетами, а нужно просто нормально кушать, и все. Объясним самые простые принципы, которые, в принципе, всем известны, нужно их еще раз повторить. Также для каждого участника организаторы главного фитнес-события года приготовили подарки – футболки с эмблемой фестиваля. С надеждой, что этот элемент спортивной одежды они будут надевать как можно чаще. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».